Вот сейчас прям очень жесточенная борьба. Как плотненько, как плотненько. Гол! Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Технолог, и у нас Versus битвы. В недавнем времени у нас была битва, можно так сказать, реванш, но заменили мы 1.124 на свапный 1.124. В принципе, сегодня битва одного поколения BMW 3.4 и 1.124, и плюс к ним два 210-х. Один на заднем приводе, другой на полном приводе. Все они V8, либо 5 литров, либо 4 литра. Можно так назвать битва свапов. Ну, естественно, выставим на 402 метра. Запустим эти машины и посмотрим на результат, что из этого получится. Если получится, устроим заезд ходом. С вами канал Технолог, и мы начинаем. Саш, надо гонку называть не битва немцев, а битва свапов. Так, это у нас 210-й Mercedes. От природы должен быть Е430, но у нас свапнутый на 5-литровый 113 тот же самый мотор, задний привод, ну и в принципе такой же редуктор, как и на том 210-м, сзади там 307, да, если я не ошибаюсь. Поэтому ничего сверхграндиозного нет, единственное, что мотор один убрали, который сдох, и поставили чуть-чуть побольше, пообъемнее, побыстрее, помоментнее. Посмотрим, что он будет себе представлять и биться вообще с другими Мерседесами и BMW в этой гонке. Коробки одинаковые? Да. Обычная шестая серия, 5 ступеней коробка. Все. Киборг-убийца. Дубль 2. Знаешь, я тебя где-то видел. Так, Вячеслав, вы у нас сегодня первый раз участвуете на своем 124-м. Потому что до этого на ML500 ездили на тоже 113 моторе. Но нужно рассказать в двух словах, сам строил проект или нет, и что сделал. Всем привет, меня зовут Вячеслав. Мой 124-й на 113 моторе был приобретен уже свапнутым, но немного недоработанным. В данное время как бы все поменено, свечи, катушки, цепь, масла, жидкости. Осталось немного только с электрикой поработать по прошивке, но едет неплохо. Давай, самый главный момент. У нас 124-й. Он по природе там, не знаю, какой дизельный, должен. 2.5 дизель. Здесь стоит 113 мотор вместе с коробкой, вместе с редуктором задним, да? От 220-ка. Да. Все, вот. То есть, чтобы вы понимали, откуда весь какой свап идет. Там даже приборка, да, по-моему, идет. 210-й, да. Поэтому он не ругается, думает, что он 220-ик в доспехах 124-го Мерседеса. А масса у тебя, самое интересное, что если 210-ми сравнивать, ты полегче чуть-чуть, потому что у тебя 510. Полторы. Да, вот. Но ты сам побольше, да, немножко. Поэтому будет компенсировать. Пока у нас небольшая заминка, и вы все-таки решили поменять свое ведро на классную машину, тогда вам в kimmer.ru. Открываем, оставляем заявку, в заявке пишем промокод технолог, и у вас будут особые условия. Поэтому, если вы желаете обновить свой автомобиль, а мы вам рекомендуем электрические автомобили из Китая, kimmer.ru, ссылка в описании, обращайтесь и будете ездить, не платить налог. Заливать масла, менять всякие фильтры, да. Вообще забудете, что такое слово. Да, поэтому kimmer.ru. Запустим мы 210-й. 5-литровый задний привод, будет он ехать против 124-го, 5-литрового задний привод. По сути, все одинаково, коробки одинаковые, моторы одинаковые. Замечательная картинка, вот так вот очень стандартно, хотя и МГшный обвес на 210-м, и тоже МГшный обвес на 124-м. Замерим сейчас мы сначала 210-й Mercedes, поставим на него драги. Можем запускать? Поехали, первый старт двух заднеприводных V8. Назовем сегодня у нас они все монстры, поэтому даже я здесь невооруженным глазом вижу, насколько хорошо отрывается более легкий 124 в этом заезде. Ну, не знаю, корпуса, наверное, 3 будет разрыв между ними.
О, так а что-то у тебя сегодня прям вообще не фонтан. 7.35, да? Ну, и 15.05, прям... да, плохо, конечно. Ну, не раскатался еще, да. Какие у тебя ущербные диски сегодня? Я обратил внимание на это. Аккуратнее с языком, молодой человек. Я сегодня старался специально, чтобы были самые ущербные диски, которые можно было только найти. Все помойки облазил. Так, Павел, ты сегодня у нас официально участвуешь в этих битвах. В прошлый раз ты был на больших 20-х дисках. Да, так. На нормальных кошерных колесах. Вот сегодня специально для мероприятия вот мы нашли вот это вот. Поставили. Угу. Думаешь, поможет? Ну, не знаю, посмотрим. По крайней мере, потом не буду сидеть и думать, их полкорпуса не хватило, а были другие колеса. Сейчас как поедет, так поедет. Ясно. В двух словах про свой автомобиль тот, кто не знает, что это такое. 210-й, 5 литров, 113-й мотор, 306 сил, 460 момента, все обычный, полный привод. Все. Полный привод, это потому что он от природы был 430-й, а сейчас он у нас E500, мы его так сами назвали. Колеса вообще хер его знает какие, поэтому смысла даже говорить не надо, там 225, 45, 17-й. Да, от 221-го, люксовая деталь. Готовы? Смотрим на меня! Гоу! Казалось, на доли секунды реакция была у 124-го получше, так как нету проблем с зацепом, сейчас колеса не пробуксовывали, и большого плюса у полного привода 210-го не было. Надо заметить, конечно, что 210-й масса побольше у него. Даже здесь, где преимущество должно быть полного привода с места, все равно 124-й берет этот заезд. Сейчас мы посмотрим Пашины значения. А значения какие? 6.98. 14.83. Ну, не разъездился еще пока, по трассе ездил. BMW E34, M60, B40, получается, поколение еще тех старых моторов. Она 4-литровая, отличается она от синей. Но есть некоторый нюанс. Это у нас такой полукорчевый вариант. У нас ручник есть, который ни на что не влияет. И сзади стоят заварка. Стоит сзади заварка. Колеса у нас триангл. Свеженькие, да? Ты уже свежие износил. 265, 35, 18. Гонка, пушка. Пока у нас небольшая заминка, хотим вам порекомендовать productionteammate.ru. Это команда, которая снимает фильмы, клипы, рекламу, любые социальные ролики. Ребята профессионалы, ссылка на них в описании. teammate.ru. E34, E500, готовы? Гоу! Гоу! Но на заварочке, конечно, много шансов сразу максимальный зацеп получить. Близко в этот раз держится 210-й к этой 34-ке. Так, ну это у нас второй заезд уже, задний привод 210 против E34. Что у нас возьмет в этом заезде, во втором заезде? Задний привод и 4-литровый M60 B40, либо 113-й мотор. Приключениях BMW есть иногда шанс у Мерседеса и либо взять именно сам старт. Есть некоторый чит, конечно, на это 540-й, потому что сзади у нас стоит заварка, можно так сказать, не просто там какая-то LSD-блокировка, а просто вот намертво заварит.
И за счет этого, наверное, есть и дополнительный бонус и плюс в победе в этом заезде у BMW над Мерседесом. У тебя сейчас поехало 6.75 и 14.58, да. Еще один заезд, только уже другой 210-й. Этот у нас 210-й чуть-чуть шустрее был, чем тот. Он у нас на полном приводе, поэтому, я думаю, будет какая-то разница между ними. Очень много 210-х и 34-х. Готовы? Гол! Как плотненько, как плотненько! И показалось, чуть-чуть за счет времени реакции получилось у 210-го взять себе корпус, но дальше ходом эта 34-ка начинает лететь. Разыгралась 34-ка. Пашка, наверное, сейчас расстроится, проигрывает. Реванш не взял за прошлый заезд. Диски никак не зарешали. Хотя, может быть, позамерим, сейчас узнаем. Но в защиту Мерседеса я скажу, что на автомате все-таки, пока он не адаптируется в нормальный режим, будет сложнее ехать. Сейчас им дадим еще один заезд. В защиту BMW. Там мотор старее. Третью втыкаешь. В защиту Мерседеса скажу, два сзади колеса крутятся у BMW. Она получается так же, как Мерс стартует. Вот это странно. Траги посмотрим. Я вышел военный. Не поедешь, не едешь? Да ты чё? Ну все, понял. Ну что, тогда все, Павел. Я выбываю. Ты выбываешь, к сожалению, это далеко твои не лучшие времена. Федь, это ты что ли? Нет. Это не ты? Да. Это ты? Нет, не я. 700 тысяч с февраля влупили. Не, ну это реальный ценник. Я даже, наверное, больше. А ты представляешь, уже, если бы они это покупали, они по помойкам брали, сколько бы они влупили? Да, наверное, 7 миллионов. Да, 100 пудов. Но 700 тысяч влупили уже. Нормально. Паш, давай еще шутки про BMW не успел писать. Какие шутки про BMW? Это который на бензине, что ли, ездит? Блять, начинается. Вот ты долго будешь вот это вот. Конечно. Вот эти вот бензовозчики. Конечно. Лишний раз бак какой-то возят, таскают туда-сюда. СО2 своего выбрасывают, углерод разбрасывают здесь по этому. Загрязняют окружающую атмосферу. Здесь. Здесь, да. А не в Африке. Да. А могли бы в Африке, а здесь было бы чисто. Пока ездят люди вот на этих машинах, у африканских не будет работы. Никогда! Так, это у нас Е34. Е34 Геннадия. Геннадий у нас уже выступал до этого на разных машинах Е63, X6M. Да, в дисциплине бальные танцы. Да, но сегодня он у нас на 34-очке. Скажи, у тебя М62, Б44, да? Да, так, ну что, это у нас задний привод получается, механическое КПП на одной, на второй BMW. Дуктор здесь короткий, да, очень короткий. Нет, сейчас трепетно. После первой гонки мы, короче, не стали, мы не стали масло менять. Мы, короче, поменяли мотор полностью вместе с маслом. В коробке тоже черное масло было, мы поставили другую коробку со свежим маслом и поставили мост тоже со свежим маслом. Готовы? Выстреливает пули просто сегодня BMW. У кого? Нет. У BMW? Да. Ну это же BMW, нормально все. Я думаю, что 2-3 корпуса разница. Я думал, что BMW улетело прямо в облака. Вам еще, да, еще один заезд. Покажи мне, драги, разворачивайся. Подождал ему еще после второй. Серьезно? Серьезно, подождал. А зачем ты сбросил? Ну, я подождал. Так, сотня 7.41, 14.8. Давай еще раз без подождал, нормально езжай. Давай. Это у нас уже второй заезд этой BMW.
против этого Мерседеса. Вот как раз таки вот здесь вот интересный момент, что поколение моторов на этих автомобилях, они одинаковые. То есть М62 B44 против 113 5.0. Второй заезд BMW Mercedes. Вот с пробуксовкой в этот раз стартанул наконец-то Mercedes. В прошлый раз у него пробуксовки нет, может быть, было меньше оборотов, но BMW, наверное, разлетится побыстрее. Я вижу, что уходит в несколько уже корпусов в этом заезде. Ну, смотри, можем с 124-м запустить, можем дать тебе остыть возможность. Не остывать. Я что, лар, что ли? 6.55, 14.40 времена. Ну, не знаю, хорошо это. Вот он, знаменательный момент, один из знаменательных моментов сегодняшних наших битв. Это 34-ка, так скажем, Франкенштейн, я его назвал, М62 B44. И это старое поколение кузова, 34-ка, ну, старое, в смысле, предыдущее, в отличие от этого мотора. И точно так же ситуация с Мерседесом. Поколение одно кузова, а поколение двигателя уже следующее идет. В принципе, равная будет примерно борьба. Есть только некоторый нюанс в этой борьбе. Он заключается в том, что BMW у нас на механике, а Мерседес у нас на автомате. Долго все-таки думают автоматы, еще тех времен. Шестая серия КПП. Ну, в любом случае, должен быть какой-то результат с этого. Первый заезд 3-4 против 124-го. Погнали! И старт лучше был на BMW. Ну, отмечу, что это, наверное, скорее всего, времени реакции было. Его чуть-чуть подтягивает Mercedes. Mercedes подтягивает BMW. Не знаю, наверное, Гена скажет, что подался в этой битве. Драги мы положили в Mercedes. Посмотрим на результаты Мерседеса. Победа Мерседеса примерно 2.5. Ну, еще один будет обязательно заезд, потому что надо дать. Объективно все было максимально. И у BMW должен быть шанс еще один, и еще один, и еще один. Скажете, что мы топим за Мерседеса или за BMW? Нет, мы хотим максимально большое количество битв. Че за фигня? Ты скажи, опять поддавался? Нет? Ну, давай еще один заезд. Давай, давай, раскатаешься, может быть. Посмотрим твои результаты. Так, 6.23, 14.14. Ну, и там примерно два корпуса была разница. Сейчас у нас второй заезд между этой 34-й на М62 B44 против 124-го на М113 5.0. Или Е50 еще правильно называется мотор. Погнали тогда. В этот раз был старт за Мерседесом, но потом какая-то ерунда пошла на Мерседесе, коробка не поехала. Сложные переключения, и BMW уезжает в победное шествие в этом заезде 1-1, и коробка уже на втором Мерседесе что-то начинает шептать. Что, в аварию ушла, да? Ну, нормально или уже все? Нет, нормально. А, ну все тогда, давай на заезд, поехали. Это у нас уже третий заезд между этими автомобилями. Но заездов, я думаю, сегодня будет предостаточно. У 34-очек, у 124-х. Максимально легендарно выглядит вся эта битва. Можно ехать. А вот сейчас был синхронный старт. Про
Буксовка, конечно, на BMW, переключение с передачи на передачу. И вот сейчас прям очень ожесточенная борьба. Дотянулся Мерседес или нет? Ну, я думаю, как минимум там прям плотненько все шло. Он не просто дотянулся, два корпуса прошел. Он где-то на переключение не заходит. Да, он не попадает в переключение, что-то не получается. Ну, ты опять победил? 14.04, да, 6.10, ровно. Ты рад? Да. Что Мэс победил? Тём, ну вообще по херу. Вот по херу, это Паша, это вот 100%. Ему главное, что они загрязняют окружающую среду, для него это самое важное. Да. Вернее, да, самое плохое. Да, они нет. Заезд 124 Е34. Смотрим. На старт. Внимание. Гол! Старт за 34-кой. Ой, чуть-чуть так вилял Мерседес влево-вправо. Отставал по началу заезда, но потом, как вижу, дотянулся до 3-4. Там Гена пытался на своей 3-4 какие-то читы использовать. Тянулся все-таки Мерседес и победил в этом заезде, в корпус в этом заезде. В этом заезде. Да, ну его видел, его прям шатало влево-вправо. Он этот. Ген, может быть, ходом вас пустить заезд? Последний раз и все. И ходом? Не, ходом хорошо идет. Ну, а, он уходит ходом, да? Ну, это уже скорость за 150 я начинаю догонять. Очковато, да, так немножечко? Очковато. Ну, понял. Ну, давай еще один заезд. Давай. Он попросил еще один заезд, ты его в корпус. У тебя что-то не получилось? Не зацепился, тебя прям кидало, но потом ты все равно дотянулся до него. 6.41 и 14.25 у тебя получился. Кстати, хорошо. BMW 24 или Mercedes W124. Обе не крути на полном пределе. Здесь потекло масло. Здесь пиздец мотору. Напряжение максимальное. А напряжение растет. Поехали, смотрим. Во! Стартик есть на BMW. Хорошую сейчас навяжет конкуренцию этому Мерседесу. Или все-таки Мерседес сможет пройти? Кто же из них рух победил в этот раз? Надо еще раз, третий Давай ходом. Ну давай ходом. 14 ровно и 6.01. Это понимаешь, он перепрошьется, резина нормальная, 13.8. Да, ты еще зацепиться не можешь. Вот, короче, было. Лучшие времена. Одна педаль была? Да, одна педаль. Одна педаль? Да, я тебе говорю, я должен... А, ты всегда с одной же педали едешь, да? Да. Так, сейчас у нас заезд ходом. Будет он у нас примерно там 40, наверное, километров в час. Не, давай, ну, с 50 где-то. У тебя сигнал есть? Ну все, давай ты сигнал, потому что здесь сигнала нет. Где-то в районе старта, ну, чтобы попали на третий. Да, все, поехали. Угу. BMW подтягивается. Ходом хорошо идет. И потихонечку мы начинаем дотягиваться до него. Все, нормально. Пушки, да? Ну вот это, он прям четко держался вот в одном положении, не уходил. Ну один ехал. Короче, мы уперлись в отсечку. BMW может ехать быстрее, Mercedes у нас почему-то на 190 отсечка. Не прошло. Вот. А BMW сейчас стартануло где-то примерно на полкорпуса впереди, но... Результат таков, что я видел, что мы потихонечку могли подтягивать. Но плюс-минус машины, конечно же, равны. Да не, Мерс вообще идет. Вообще тяжело его прям порвать. Вам нужна это, 1/2 мили. Да, 1/2. И М4 я тоже на 63-м. Ебу. 1/4.
Теперь рассказываем про эту у нас интересную историю. Несмотря на то, что поколение мотора у нас на этой 34-ке M60B40, то есть это именно подходящее по поколению конкретно на эту машину, будет биться с более свежим. Но все-таки интересно посмотреть на 402 метра, сравнить их точно так же. Очень серых, громких V8, 124 E34 на 402 метра. Все, все, поехали. В этот раз получилось все отменно. Все замечательно, все отлично. И переключения долгие на BMW со второй на третий. И там уже, конечно, без шансов начинает этот Mercedes на 113 моторе уходить. Хоть и долго Mercedes переключает передачи с этой КПП автоматической, она все-таки далеко не 7G-Tronic, шестая серия еще долго переключается, хотя она может адаптироваться и стрелять очень даже быстро. Механике очень большой шанс вырвать победу, но если ты долго переключаешься на механике, какие-то у тебя механические проблемы, все, ты сразу автоматически отлетаешь и проигрываешь. Сейчас давай во времена посмотрим. Еще один заезд? Да, я времена-то посмотрю твои. Да, я в третью не попал. Да, мы видели со второй на третью, что-то не получилось, и он ушел. Ну, у тебя 7.19 и 14.66. На. И еще один заезд этих автомобилей. Слава дает Владу еще одну попытку, так как не попал у нас Влад в передачу, поэтому они, если попадет в передачу, смогут побороться, как я уже в предыдущий раз сказал. Поехали, можно? Едем. Погнали. Второй заезд. Серый. Ну и старт забирает 124. Может быть, больше лучше зацеп, может еще что-то. Снова долгие переключения со второй на третью, на 3-4. И, естественно, 124 уходит опять снова в победное шествие в этом заезде. Четырнадцать, понял. А что сейчас? А сейчас у нас заезд двух BMW E34. Мы выяснили, кто из Мерседесов шустрее, быстрее между собой. Ну и нужно отдать должное и выяснить, кто из этих же BMW все-таки быстрее. Готовы? О! Там качка прям жесткая идет. Синяя впереди. Во-первых, и старту синий был лучше. Долго цеплялась у нас серенькая. Ну и, соответственно, дальше ходом, я смотрю, синяя лучше идет. Там замена, наверное, редуктора дало свои плоды. Дорожка, два корпуса. О, на два корпуса. Принял. Шесть, 25, 14, 17. У него 14-14 было лучше. А Мерц ровно 14-0 было лучше. А, думал 14-14. Нет. У него было 14-14 лучше, а потом еще улучшил в заезде с тобой 14-0 сделал. Давай, надо наверстывать. Да, 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 все уже. Второй и, надеюсь, заключительный заезд двух E34. Готовы? Смотрим. Гоу! Ну,
Ленинка хорошо может ходом идти или бесполезно? На самом деле лучшие времена настолько близкие, что ничего не решает на... Правая дорожка, 2-3 корпуса. На 2-3 корпуса даже ушла серая машина, у нас 3-4. 1-1. Короче, между ними будет счет 1-1. Пускай между BMW дружба какая-то побеждает. И увидятся они в сервисе. Он на 2 корпуса ушел. Ну да, я 14.40, да. И 6.58, да, это вообще прям плохо, конечно. Хотя поначалу было даже неплохо. Короче, если в вашем городе есть настоящий М5, настоящий волчок, пишите нам. Мы все до сих пор ждем, когда какие-то приглашения будут. Не просто я знаю кого-то, конкретно где кто есть, пишите. Мы есть в социальных сетях. Если вы проводите какие-то мероприятия, тоже пишите. Приедем к вам, мы путешествуем. С вами был канал Технолог. Солнышко садится, выпуск на этом заканчивается. Да, поэтому всего доброго, удачи и пока.